Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC. Видеокарта для комфортного гейминга в 4К с поддержкой трассировки лучей. Устройство поставляется в фирменной коробке с яркой полиграфией. В комплекте необходимая документация и диск с драйверами. Одной из особенностей видеокарты является поддержка трассировки лучей и DLSS, которые обеспечивают более высокий уровень графического реализма в видеоиграх с поддержкой соответствующих технологий. Посмотрим на саму видеокарту. Система охлаждения представлена массивным радиатором с медными тепловыми трубками, которые напрямую контактируют с графическим процессором. В качестве активного охлаждения выступает система из трех вентиляторов. При этом вращение двух соседних вентиляторов происходит в противоположном направлении по технологии Alternate Spinning. Это позволяет снизить негативный эффект от турбулентности и нарастить давление воздушного потока на компонентную базу. Также предусмотрена полупассивная система охлаждения. Это значит, что при низкой нагрузке на видеокарту вентиляторы перестают вращаться и видеокарта работает бесшумно. На боковой стороне видеокарты несколько видеовыходов, два разъема DisplayPort и два разъема HDMI. Длина видеокарты составляет 286 мм, поэтому она подойдет для корпуса формата MIDI Tower или большего типа размера. На борту Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti установлен графический чип на базе архитектуры Ampere и 8 ГБ памяти стандарта GDDR6. Обратите внимание, что данная видеокарта обладает заводским разгоном. Частота процессора составляет 1770 МГц, в то время как у эталонного образца она на 35 МГц ниже.